С понедельника 26 марта 2018 года на Первом канале состоится премьера сериала «Тот, кто читает мысли». Сериал состоит из 16 серий и будет показываться в будние дни сразу после программы «Время». В данном видео можно ознакомиться с кратким описанием сериала. В кабинете генерального директора металлургического холдинга «Твердый сплав» Вадима Королева обнаружен труп его зятя Сергея Мухина. Начальник службы безопасности фирмы указывает детективам на пропажу из помещения баснословно дорогой картины. Следователи приходят к выводу, что убитый Мухин причастен к похищению полотна. Однако Романов уверен в невиновности мужчины. Опросив вдову Мухина, Романов и Филатов выходят на искусствоведа Ядвигу Марковску, которая была нанята Королевым присматривать за его коллекцией предметов искусства. Марковская рассказывает Филатовой о неком влиятельном бизнесмене Шустере, у которого Королева на аукционе буквально увел картину из-под носа. Жильцы элитного загородного поселка потрясены убийством фаворитки местного светского общества Ларисы Михеевой. Ее отравили во время вечеринки, подмешав цианистый калий в вино. Лариса была успешной бизнесвумен. Ее авторская бижутерия пользовалась спросом, и порой доходы Михеевой перебивали доходы ее супруга. Романов не подозревает мужа убитой, но уверен в том, что преступник находится среди обитателей поселка. Романов и Белов наносят визит в местное женское общество, чтобы при помощи харизмы и интуиции выведать немало секретов богатых и знаменитых дам. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте.